Это опять кто-то что-то играет. Жизнь за жизнь. Он за все заплатит. Кого он воскрешает, мазафака? Это что за нахуй? О, первый принц текучих песков. Блять. Сын твоего брата. А, твоего брата больше нет. Помоги мне искупить свои грехи. Нет. Ты сошел с ума. Иди поймай обезьяну, я твой отец. Так. Отца больше нету. Хорошо, вырастил. Ну чё? Слушай, там, смотри. Ты чё, блядь? Что-то жёсткий. Так. Ах ты ж, блядь. Ну как я так? Да ну нахуй. Обида. Здесь, на этой арене, с боссом можно проломить стену твоим скиллом, который башкой бьет. В середину стены, где куча статуй стоит маленьких. Да? Это где? Это там, вот где сейчас я писался с этим чувачком? Заебали. Блять, вот утырок, сука. Заеба. Сейчас я восстановлюсь. Где она? Отдых.
этот изготовить могу? Еще не могу. Хорошо, подсказоньки, подсказоньки какие-то. Да. Короче, блядь, идите нахуй. Ну-ка, подождите. А здесь можно здесь? Вот это и можно проломить, наверное, да? Вот здесь? Ну-ка, подожди. Ну, блять, ладно. В принципе, отчасти. Этот идет сюда, блять. Дурак, что ли? Не совсем то я сломал. Там какие-то твари, блять. Да блять! Господи, нахуй идите. Вот эту можно сломать, я понял. Хорошо. Он меня еще не слышит, я правильно понимаю? Почему я по нему не попал, вопрос? А, нихуя он, блядь, читный. Он прям читный, пиздец. Я понял, он просто хуярит по области, и мне пиздец. Просто по области ебашит. Блять. Да блять. Я вот поворачиваюсь, а он... А ему похуй! Да, печалька, печалька. Ладно, хорошо, ладно. То есть нам в любом случае надо пробежать дебилов, пройти туда, упасть вниз, уебать башкой, там какая-то комната. В общем, погнали. Быстренько это сделаем. Так. Куда она там идет у нас? Туда. Ой, иди ты нахуй! Какой заёбный чёрт! А, сейчас не могу, я понял. Зря потратил, это надо было после делать, наверное. О, блядь, ничего не может, сука. Ну ты посмотри, это пиздец, сколько демеджа от него. А ты, блядь, ты издеваешься? Пиздец. Я не даже не поджег, нихуя не сделал. Смотрите, он просто плюется, какой-то пердит, блядь, или что он делает? Это пиздец! Это пиздец! Это пиздец!
просто, блядь, дышит в пол, и мне дэмэдж. Охуенно придумано, спасибо. Какой-то ебаный босс. Ей-богу. Но мы его все равно пизды сейчас дадим. Я вас уверяю в этом. Во-первых, надо пройти... Самый ебаный босс это вот этот хуй, блядь, с арбалетом. Иди нахуй. Все, блядь. Все, мы сейчас по ебальнику ему дадим. Все нормально будет. Зелье сделаю. Но сначала надо дать пизды так. Так, здорово. Это что за хуйня ты? Сразу, блядь, реагирует. Так, отдохнем маленько, отдохнем. Можешь бить? Пошел нахуй, бля, отсюда. Обоссыш. Золотой знак Архата. Какой-то важный предмет. Ладно. Записан новый рассказ об элитном Яугае. Все, дали пизды. Теперь вот эту хуйню надо как-то... А, можем, да, уже? Я же сломал ее точно. Так, что там? Что там такое? Ого. Давайте пробежимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. К небесам тянется разум, да не дает слава покой. Чешуйки луна. Их подвиги стерты хладной могильной плитой. Это все? Может, что-то еще навалится, блядь? Серьезно? Ну ладно. Будем считать, что это было важно. Бестиарий потом почитаю, но не сегодня. Сегодня что-то читать не хочу. Типа где-то здесь возможно получить каменную защиту. Ага. Ладно, так. Окей, значит, дали большому крысу пиздюлей. По сути, всю семейку крыс мы отпиздошили. Теперь меня смущают вот эти вот твари. Это что за нахуй? Тоже какие-то, блядь. Нахуй отсюда. Это мрази. Лакрицу собрал. Сейчас конфетки будем делать. Ну вообще да, говорят, что бестиарий полностью еще пока не переведен. Я сам видел лично, когда ты открываешь полное описание, а там какая-то хуйня. Это что такое? Здорово. Еще крыса.
Это какие-то мыши-рокеры с Марса. Реально был похож. Это игра по оригинальному сюжету? Вроде бы да. Вроде бы да. Так. Опа, сюда. Мне, как и Папичу, так удобнее. Это была летучая мышь, нихуя себе. Я просто не любитель, вот реально, не знаю, мне почему-то таргет не нравится. Я хз. Не шучу. Вот, типа, сколько я играл в игры, не нравится. Храм крадущегося тигра. Значит, где-то рядом притаившийся дракон есть рядом. Рядом есть притаившийся дракон. Так, 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 так. Я надеюсь, я собрал уже все необходимые денежки, чтобы себе сделать оружие помощнее. Вот у нас специально обычный человек по китайской мифологии пишет, что они переделали оригинальный роман, чтобы под геймплей игры подходило. Видимо, не хватает нам еще на оружие. Или хватает? Оу, май! Готово. Сюда. Сюда. Отдыхаем. Так, ну изготовить мы ничего не сможем, что у нас нет бабла. Но в целом у нас уже новый посох и все дела. И все дела. Так, хорошо. Это что такое? Это вот то, о чем говорила крыса? Или что это? Да? Я правильно говорю? Правильно понимаю, что... Именно здесь останки им подобных, он говорил. Нам подобных. Это скалопендры? Это огромные скалопендры были, вы видели? Ненавижу скалопендр. О, медитация. Let's go. Let's go! Покажите мне красотищу. Созерцание. Нихуя себе, как хорошо тут передано это. Круто. Вообще медитировать надо. Когда я ходил на карате, нас учили, нам показывали одного из мастеров каких-то японских, классных, который медитировал, специально убегал куда-то, где шумно очень. Типа водопад, там, не знаю, ну все на свете происходит, а он типа сидит. И не обращает на это внимания, и в полном уединении с собой, и вселенной, блядь, наполняется пониманием этого мира. В общем, идущий к реке, ебать. Так, давайте, да, нам надо искры реализовать. Так, что у нас здесь? Уловка. С каждым уровнем таланта значительно увеличивает максимальный запас здоровья приманки. А, нихуя, то есть моя приманка получает пиздюлей, да, если ее... Вон оно, как интересно придумано. Во время действия туманной поступи ежесекунда немного увеличивается шанс нанести критический удар. Ладно, это пока мы не будем трогать. Здесь у нас что? Если враг обездвижен, дальность атаки первого удара в серии быстрых атак значительно увеличивается. Давай качнем. И тогда уходим сюда. Ай, блядь, не знаю даже, что качнуть-то, ёбана. Ёбана-бобана. Вращение, погнали по... О, нет! На последних писюлях просто отбил это непонятное все. Господи, какое нахуй вращение. Давайте, выживание. Все. Чуть хуйни не накачал там. Так, хорошо. Нам сюда. Да? Опачки.
Наконец-то! Почему так долго? Давай сюда жертву, иди дальше крыс плодить. Это... Если ты хоть раз опоздаешь к царю, я лично твоего сынка зажарю и съем. А, это ты, старый неудачник? Ты откуда взялся, морда волосатая? Блять, на свою бы морду поглядел. Хуя пиздатый кот. Хотя мне без разницы. И я тебя с потрохами сожру. Ага, так, хорошо. Ай-яй-яй-яй! Уя он кунг-фуист, ёбаный! Дай поесть. Ничего себе. Это чё? Это наебучка была? Он так я умею? Нихуя. Уворачиваемся. Нормальный котик. Тайлунг реально. И я тоже наебывать умею. Нихуя себе! Он меня прочитал? Но кот охуительный! Я прям в ахуе. Какой меня прочитал? Ничего не понял. Ладно. Так. Мы сможем там себе создать полезных отваров? Так, сколько у нас есть? О, потому что мне не показывается ничего. Что-то создал там. Ладно. Мне игра нравится, да, прикольная. Тигр тут вообще нихуя не притаившийся, если честно. Смотри, какой стоит. Охуеть, блядь. Тигрище ебаное. Давай. Ну, я понял тебя, ты жесткий. А как тебе моя голова, которую я промазал по тебе? Нихуя он, блядь, хорош. Хорошо. Ну-ка. Да, блядь. Как тяжело-то с тобою. Еще мечи какие-то, блядь. Ой-ой-ой-ой! Нихуя! Ха-ха-ха!
Да, бля, не, ну он хорош. Он хорош. Хорошо, ладно. Давайте, давайте, давайте ему пизды. Прям хорош. Прикольно сделанный такой. Ой, блядь, с мечом там туда-сюда. Но пизды-то все равно получат. Шансов у него нет. Это же очевидно. Главное просто башку не проебать сейчас. И въебать ему прямо в лоб. Чтобы он дезориентацию словил. Давай-ка, стой, нахуй. Понял, все, проебал. Он еще и резкий, как понос. Блядь. Котик, отъебись. Хорош. Хорошо, ладно. Хорошо. Надо подизучить маленько его атаки. Короче, он получается, когда атакует, он минимум 4 раза там бьет. Потом у него есть какая-то сверхатака, вот эта вот рубилова ебучая, которая разрубает нахуй. Такой нормальный кот. Когда, короче, не дал коту покушать вовремя. Так. Так, сейчас он будет атаковать. Ну чё, как жизнь? Походим? Здоровый, сука. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Блять, повернулись. Раз. Два. Три. Ага. Вижу, вижу. Да ты охуел! Но это было уже лучше, это было уже лучше. Я уже явно давал ему пиздюлей. Нихуя себе, по бронзе бить вообще нельзя. Это пиздец становится. Хорошо. Ладно, котик, я иду. Жди. Так, он сразу бьет. Он типа не ждет. Поехали. Так. Хорошо. На. Блять. Гори! Where
Ну давай. Это еще что-то может быть. Нихуя себе! Это неплохо, это неплохо. Он прям дает пиздюлей. Сильный мазафака. Давай. Да, блять, как это вот. На, блять. Давай. Давай. Да ты иди ты нахуй, перебил меня, видели? Попробуй духа змей, они отравляют. Ну, кстати, давай попробуем. Maybe, maybe. Вот типа... Опа, стоп, у нас летучая мышь. Ускоряет восстановление выносливости, понятно. Превращает стремительность летучей мышь и взмахивает крыльями, от чего во врага летят сотни мелких камней. Это хуйня. Вот этот вот, да? Избранный превращается в гонмо, призывает змей, которые плюются ядом. Давай рискнем. Посмотрим, что из этого получится. Посмотрим. А почему оно у меня не восстановилось? Сейчас.
Непростой босс, непростой. Пока самый сложный, если что, был. И прикольный, блядь. Гореет, сука. Заебал ты, это нереально, нахуй. Не знаю, не знаю. По-моему, змеям было прям... Постарайся пиздиться в центре. Да я не думаю, что это в этом есть хоть какое-то, хоть какая-то разница. Не знаю, змеи, по-моему, ему никакого вреда не нанесли. Я его еще и смог поджечь. И все равно ему похуй. Ладно. Давайте будем просто тупо аккуратней. Поехали. Да я не могу это, я просто не могу это, блядь. Ешь, ешь, пей. Акс.
fancy running, do you? Your destiny's right here! Monkey brain of your promise. What's left is the king's to us. Я нажимал, он не пил. Он не пил. Мне не нравится, что тут с дилеем небольшим это дерьмо. Сага о Винланде будет. Так. Ну, нормально, уже лучше, уже лучше, уже лучше. Сейчас будем, сейчас будем, сейчас. Сейчас, сейчас. Это реально Тай Лунг! Хорош, сука! Прям, блядь! Хорошо делает, хорошо делает. Не обидно ему проебывать. Не могу сказать, что я прям бешусь с этого. Он реально хорош. Козел. Так, ладно. Так, поехали. Ошибочка. Поймал! Жопой, как вернулся!
это вообще анрильная хуйня у него, конечно, блять. А, хорошо. Сильно, 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 сильно. Ну мы пройдем, мы пройдем. Очевидно, это финальный босс на сегодня. Когда он каменным становится, жмакай 2. Так, блять, я... Надо это сообразить в моменте. Как будто бы сложно сообразить в моменте. Да, тут нужно не за обезьянку играть, надо за панду, блять. Тогда бы я бы вообще без проблем ему пизды дал. Это еще что за хуйня? Силен. Я не могу уворачиваться от него вообще. Да пизда. Yeah.
Мне не осталось КП. Жесткий хуй. Ты после идеального уклона можешь дать контратаку, говорят мне. Ну хорошо, ладно, попробую. Он сложный. Он, блядь, прям сложный. Ну погнали. Понял тебя, похуй тебе. Понял. Да я понял все, я понял. Я в ахуе. Какая же хуйня. Жестко. Восстанавливаемся. Погнали. Прыжок. Пошел нахуй. Раз, два, три, четыре. Уворачиваемся. Не получается. Отлично. Так. Встанем тебя нахуй. Кто мне демедж дает? Да ты посмотри на него, ему так похуй. Невозможно увернуться, он ёбнутый. Take this.
Да, мне тоже не нравится, как змеи работают. Согласен. Сейчас будем менять, думать. Жестко. Жестко. У башки просто дэмэдж здоровый. Можно попробовать. Так, где она тут у нас? Башка. Так. Может дэмэджа попробовать сделать коктейльчик. Так, отвары. Что у нас по отварам? Сопротивление урону дает. Угу. Усиливающий дроже. Так. О! Укротителя тигров. Сюда, блядь. Всё. О, блядь! Чё я... Чё мы ждали? Где укротитель тигров? Вот оно. Мы жрём его, блядь. Сейчас мы укротим этого малыша. Ой-ой-ой-ой, что я наделал? Ладно, ладно. Да башка, башку проебал я, блядь. Я ее поменял и забыл ее восстановить. Но нормально, нормально. Сейчас мы дадим пизды с башкой. Сейчас. Там был момент, когда я должен был уебать с головы, я нажимаю, а ее нет. И охуел я с этого. Все, поехали. Сейчас с башкой моему ебольничек-то проломаем. Ну, погнали. Понял тебя. Подать начал, блядь.
Вот твоя башка, я башкой не попал. Я башкой не попал. Башкой нужно попасть, чтобы она дала дэмэдж. Причем тут как змей. Бля, сложный какой, а? Так, хорошо, идем. Так, накидываемся вот это вот. Кстати, сет на воду. Бля, не знаю, кстати, можно попробовать. Я не уверен, что кровь это вода, но мало ли вдруг это каким-то образом нам поможет. Попробуем, давайте. Сет на воду вот этот вот, по-моему, да? Или вот этот? Пока находится в воде. Ну, не знаю, не знаю. Говорили, что не относится к воде. Да, я думаю, что говно идея. Не будем этого делать. Так, я, во-первых, кидываюсь. Во-вторых, погнали. Ах ты. О. Он жесткий. Он жесткий, Вася. Это пиздец. Он сбил мне голову, видели? Жестко. Жозенька.
Да будешь что-то делать, сука! Блять, просто пиздец! Не может ни встать, ни нажать ничего, блять! Я в ахуе. Перестает нахуй кнопочки нажиматься. Смог увернуться от ебаной обосранной атаки этой невидимой ебучей, блять, и все пошло по пизде. Ну просто, сука, говнище. А все было хорошо, сука, было отлично, я бы даже сказал. Ладно. Take this.
заебешь, сука. Макс, подскажи, что делать с ретроспективной ревностью? Специалистам обращаюсь, но результат не важен. Может, есть лайфхак по принятию прошлого девушки? Охуенный донат, просто охуительный, блядь! Макс, покажи, что делать с ретроспективной ревностью. К специалистам обращался, но результат не вау. Может, есть лайфхак по принятию прошлого девушки? Поиграй в Вуконга, блядь. И все в жизни станет заебись, я думаю. Так, зелья. У меня, по-моему, там больше не осталось приправ, если честно. Насколько я понимаю, да, у меня нету. Это что? Мгновенно снимает состояние шока и надолго дает шок. Горение. Ненадолго повышается сопротивление урону. Короче, мы сейчас тогда... У меня просто кончилось зелье, я не знаю, что со всем этим делать. Просто не знаю. Купить можно, можно. Кстати, может быть, да. Next посмотрю. Так, сейчас мы туда вкидываемся сначала. Вот это вот. Это у меня 4 от урона. Так, дальше. Один такой. Погнали. Понял. Попей что-нибудь. Да нечем мне хилиться, блядь. Нечем мне хилиться. Так, давайте посмотрим, можно ли купить. Он долго, там, блядь, не до хила. Там и хил хуйня, и вообще все в говне, блядь. Так, сейчас. Давайте в магазин. Купить. Где, блядь, купить? Так, что у нас? Это все, что тут есть? Что мне нужно купить для того, чтобы у меня можно было сделать... Сейчас. Проверим. Отвары. Не сюда. Изготовление лекарств. Так. Нужно какую-то змееголовый гриб 1.
Все, идем. Магазин купить змееголовый гриб. И тут нету нихуя. О, господи, как мы это сейчас будем проходить? Блять, я даже не знаю. Ну, погнали так проходить все. Пиздец, я не знаю, сколько это будет. Погодите. Давай. Что это за хуйня? Давай, сука, давай попиздимся. Без всей хуйни прошел. Ну, только там чуть-чуть урона. Опа, блядь. Фух. О, это было жестко. Это было жестко. Что это?
Твое тело идеально подходит для заклинания «Твердая скала». А, я понял, теперь мы типа в скалу можем превращаться, чтобы вот давать пизды. Делая тело каменным, позволяет отражать атаки. Отлично. Крупица разума. Материалы. Нам бы не помешало вообще в реальной жизни немножко крупицы разума. Неплохо, неплохо. Так, здесь мы тоже, наверное, не можем, да? Не хватает каменная твердость. Стоп, в смысле не хватает? Она же у нас есть. Так, где это? Кстати, я лучше вот это надену, кстати. Не знаю почему. А, хотя... Ладно. Не знаю, что там надеть надо. Не надевается пока. Развитие показывает, что есть что-то. Прогулка по облакам. О, вот оно. Нихуя себе. Все. Прекрасно. Навык пробужден. Нельзя пробудить. Окей. Все в коле. Ой, бля, ну это было жестко. Этот кот. Кот, кстати, охуительный. Я считаю, это один из лучших боссов вообще. Он выглядит охуенно. У него там анимация живота отдельная. Пузика. Так, одну секунду. Одну секунду. Да, идемте, сохраняемся и все. И на сегодня все. Это было кайф. Пес просто кайф. Пес, точнее, кот. Опа. Так, отлично. Искру делаем сразу сюда. Так. Напитки, добавки, медная пилюля. Это что такое, блядь? Это зомбари? Зомбарики. Все, сейвелка. Фу, запись будет, скорее всего, завтра. Посмотрим, тут слишком много всего у нас на самом деле. Что тут появилось? Это? О, прикольно. Отдых. Отлично. Ну, это было жестко, скажу я вам, честное слово. Это было жестко, код классный. В общем, те, кто смотрит на YouTube, подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки, приходите на прямые трансляции и, конечно же, да и все, в принципе. На телеграм-канал еще тоже подпишитесь. Все, это было жестко. Все коты.